Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров провел совещание в Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики. В ходе совещания Акылбек Жапаров отметил, что запланированный план по сбору налогов должен быть выполнен в полном объеме. В свою очередь, председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов рассказал, что за январь-сентябрь 2022 года налоговой службы собрано 148 миллиардов 125 миллионов сомов в виде налогов и страховых взносов, что на 44,3 миллиарда сомов больше показателя прошлого года. По итогам совещания Акылбек Жапаров дал ряд поручений, отметив, что в 2023 году объем консолидированного бюджета планируется утвердить в количестве 500 миллиардов сомов.